На предприятии «Серебро Магадана», которое входит в структуру компании «Полиметалл», приступили к использованию малогабаритной подземной техники. Миниатюрные буровые и летающие самосвалы. Но и для крупной нашлось применение. Грузовым вертолетом машины отправили на рудник «Приморское», где добывают золото и серебро. О новых тенденциях подземки и необычной логистической операции в нашем следующем материале. Проходчик Александр Исаев, штольник «Дуката», работает более 10 лет, а это буровая в подземке первый месяц. На малогабаритную технику постепенно пересаживается весь рудник, чтобы подобраться к золотоносным жилам потоньше, но побогаче. Производительность у нее точно такая же. Единственное отличие, что она малогабаритная для мелкого сечения, а производительность у нее точно такая же, как у большой машины. Я имею в виду по количеству шпуров, по бурению. В работе остаются не только люди, но и крупные машины, однако со сменой прописки. Эта техника припаркована в 30 километрах от Дукатской штольни у аэропорта Амсукчана. Грузовым вертолетом ее доставят на золотодобывающий рудник предприятия «Приморское» в 220 километрах. Логистика очень тяжелая, на самом деле. На «Приморское» только в период навигации возможно доставить какую-то технику. Вот, ТМЦ. Зимой туда дороги нету, только единственный транспорт – это вертолет. И все. Вездеход как бы тоже бессилен. В Амсукчан на помощь логистам и горнякам «Полиметалла» впервые за 10 лет прилетел вертолет Ми-26Т. Грузоподъемность до 20 тонн позволяет взять на борт буровую установку или подземный самосвал. Здесь профессионалы работают, поэтому проблем не возникает никаких. Ну, просто для понимания, вот груженный Ми-8 мы можем целиком забрать. Вместе с пассажирами, грузом и так далее. В 2021 году было перевезено 370 тонн груза на участке, в основном это «Полиметалл». И перевезено 8130 пассажиров. Но это туда, Магадан, обратно и на участке. Вот такой грузоподъем. То есть аэропорт действующий, работает в полном объеме. Подземный самосвал, буровая установка и погрузочно-доставочная машина помогут Приморскому справиться с возросшими объемами. После пополнения парка техники там приступят к выполнению плана – добычи не менее 40 тысяч тонн руды до конца года. Валерия Сенкович, Вести Магадан.